выступает команда «Точки роста» Мадовский Карай. Первая басня. Как природа охраняет. Однажды царь зверей Павлович к себе медведя пригласив, сказал ему: «Михаил Иванович, да собери-ка весь актив и объяви-ка новому моду, что нужно охранять природу. И кто поймает всех зверей, что гадит на поляне, того в награду я при всех пожалую дворяне». Вот, услышав сей указ, лиса, волчок и дикобраз собрались вместе ровно в пять. Пошли поляну охранять. Проголодались, и захотелось им домой. И волк сказал: «Поужинать бы надо». «Сейчас», — промолвил дикобраз, — «костер мы разведем на раз. Лиса сходит за дровами». И развели костер небольшой, достали булки с колбасой, консервы, соки, газировку, тушенку, фрукты и сгущенку. И стали праздновать всю ночь, бросать пустые банки, мусор, кровь, кричать, визжать, шуметь, плясать, орать и громко петь. Отпустил.
спора, сам превратился в мусорные горы. Тогда лишь понял матери слова. Ты брал добро, надел зла, сын человека. Слезами горькими сын человека. Глупец, плевал в колодец, сам же и напился.